Познакомьтесь. Это... О, уже убежал. Знаете почему? Гау-гау! Все-таки кушать хочется. Ну иди сюда, солнышко. Зайка, зайка, иди сюда. Чем тебя угостить? Ты ждешь хозяина. Хозяин тебе сейчас принесет колбаску. Ну или косточки. Иди сюда. Ау-гау. Я вас не снимаю. Вы ждете хозяина? Сейчас он придет. Надо немножко потерпеть. Ну, почему потерпеть? Потому что это такая жизнь. Если не потерпишь... Голос! Голос! Ау-гау! Вы гавкать будете? Пока они гавкают, я сделаю паузу. Это такса. Удивительная собака с небольшими лапами. Но самое главное, что она ждет своего хозяина. Давайте дождемся, чтобы он вернулся. Я вернул зум в естественное положение. Боже мой, какая хорошая собака. Если бы я был ее хозяин, я бы ее кормил 3 раза в день. А вы своих животных кормите? Дождемся хозяина. Пауза. Хозяин до сих пор не пришел. Режим ожидания. Я сейчас посмотрю, у меня тут где-то что-то оставались какие-то косточки. Сейчас принесу. Ждем. Что-то дали. Пускай немного, но... Во всяком случае, искренне. Если у вас есть лишние косточки, всегда оставляйте им, собачкам. Собачки так их любят. Для них каждая косточка — это как будто бы новая жизнь. Сейчас придет хозяин и принесет ей палку колбасы. Режим ожидания. Это трогательная минута. Давайте дождемся. Хозяин должен туда принести.